Открытый телеканал представляет. Фамилия. История, не имеющая конца. Контракт. Уважаемые господа, мы собрались здесь, влиятельные и уважаемые люди из разных стран, с тем, чтобы сообщить друг другу. Нам не нужны переводы. Мы и так прекрасно понимаем друг друга, не так ли? Где этот кризис, о котором пишут газеты? Он не повлиял на нас ни на каплю. Наши клиенты, как и раньше, делают ставки. Политики берут взятки. А копы пока еще не сели на диету, чтобы догнать нас. И наши доходы неуклонно растут. Но у нас осталась одна маленькая проблема, которую нам нужно решить. Сущий пустяк. Дон Чезаре из Чикаго. Пожалуйста. Ну что ж, бывает пустяк, а бывает пустяк. Кто-то скажет, это всего-то 9 граммов, а я скажу, это пуля в сердце. Господа, дело в том, что мы немного недолюбливаем друг друга. Можно сказать, что мы недолюбливаем друг друга немного больше, чем это было бы хорошо для нашего бизнеса. Пожалуйста, давайте выскажемся по очереди. Мистер Ува Ува, мне плевать на доходы. К дьяволу этот бизнес, если я вынужден вести его с такой грязью, как вы. Мистер Рабинович, а его нету, Рабиновича, бестолку вести базар в этой оттаре баранов. Дон, у меня идея. Джентльмены, я предлагаю вам всем поцеловать меня в задницу. Тони, Тони. Господа, джентльмены, господа, я счастлив, что наши мнения полностью совпадают. Теперь я предлагаю всем нам подписать наш последний контракт. Здесь значится, что мы закрываем нашу организацию. Все подписавшиеся навсегда, то есть до конца веков, отказываются вести бизнес друг с другом, общаться лично по телефону или в письмах, упоминать друг друга в разговорах, в песнях, сагах и кроссвордах. Мы обязуемся придать огню любое изображение друг друга, выполненное маслом, фотографией или на купюрах. Любая бумага, содержащая имя любого из нас, будет утоплена сначала в соляной, потом в серной, а потом в азотной кислоте. Браво! Браво, Дон! Это красота! Про купюры очень сильное место. Я готов подписать. Хаджа. Хаджа, вы не хотите к нам присоединиться? Я не желаю, чтобы моя подпись стояла рядом с подписями таких подонков, как вы. Он прав. Как же мы раньше об этом не подумали? Господа, секундочку. Давайте изменим формулировку, мы же еще можем что-то обсудить. Господи, господи. Ну почему? Почему мы не можем и дальше тихо вести свой бизнес? Почему, господи? Кто это? Это Бог. И вам никогда не разойтись, потому что мир — это одна семья. Идиот. Один мир, одна семья.